Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Жилой комплекс «Янинский лес» возводится в Янино. Янино – это поселок в Всеволожском районе Ленинградской области. Прописка здесь областная. Ближайшая станция метро – Ладожская, до нее 10,5 километров от комплекса. В шаговой доступности – остановки общественного транспорта. В Янино действуют школы и детские сады. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. Я полагаю, что ПИК взял на себя обязательства по возведению школы и двух детских садов взамен на увеличение высотности своего комплекса, так как в Ленинградской области максимальная высота зданий в 12 этажей. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Если нужны цены на остальные квартиры, пишите. Мой контактный номер сейчас на ваших экранах. Квартиры застройщик передает чистовой отделке. В прихожей, санузлах и на кухне на полу плитка. В жилых помещениях, на кухне, в прихожей, в коридорах, на стене обои под окраску. В жилых помещениях и в коридоре на полу ламинат. В санузлах на стенках керамическая плитка. Во всех квартирах проложены трассы под установку кондиционеров. Все нечетные этажи, начиная с третьего, с балконами. Четные – без балконов. На сегодня действуют интересные программы для приобретения квартир в новостройке. Это ипотека под 0,1% годовых, либо 5 лет без процентов, а также возможность приобретения квартир без первоначального взноса. Чтобы узнать подробнее об условиях покупки и выбрать правильную квартиру для вас, оставьте заявку на andreyartemov.ru. В 5 корпусах жилого комплекса будет 1477 квартир. 300 мест в многоуровневом паркинге. 41 место на открытой парковке. Согласно данной квартирографии, студии однокомнатные квартиры займут 68% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры – 25% и трехкомнатные квартиры – 6,7%. Конструктив здания выполнен из железобетона, который застройщик выливает прямо здесь на месте. Сам фасад – это многослойные современные панели с завода, которые также принадлежат группе компании ПИК. Фасад, обратите внимание, что вот он светлый, есть потемней, это плитка, а плитка, как мы знаем с вами, это достаточно долговечный материал. Через дорогу расположен квартал Янила. Квартал Янила называется не просто так, это не выдумал застройщик, а это старое финское название этой территории. В Янино давно уже кипит жизнь, здесь и продуктовые магазины, есть и кафе, и мебель, и салоны красоты, и многое-многое другое. Об этом всем я подробно рассказал, когда снимал видео про нового застройщика с проектом «Расцветай Янино». Ссылку оставлю в описании к этому видео для того, чтобы вы могли перейти и посмотреть. А также оставлю ссылки на свои обзоры соседних жилых комплексов. Ну, если обратить внимание на фасады ПИКа, то мне они нравятся. Также мне нравятся фасады у Янила. Что мне лично нравится в Янино? Свежий воздух, невысотные здания, это вам не по 26 этажей, вокруг большое количество зелени, есть свои достопримечательности, есть куда съездить. Также недалеко до самого Санкт-Петербурга, потому что на автомобиле примерно ехать до, кстати, Ладожской минут 20-25, в зависимости, конечно, от дорожной обстановки. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи.